Здравствуйте! Вас приветствует компания ВС Украина с небольшим обзором шнековых транспортеров в трубе с сечением 89 мм. Они укомплектованы загрузочными бункерами на 100 литров. Первый шнек имеет длину 4 метра и состоит из двух секций по 2 метра. Для крепления секций применяют фланцевые соединения. Стоит отметить, что фланцы изготавливают из стали толщиной 3 мм, и они разварены раскосами для увеличения жесткости и снижения вибраций. В движение винтовой конвейер приводится двигателем с ременной передачей на 1,5 кВт. Для предотвращения попадания инородных тел, а также травмирования людей, предусмотрен защитный кожух. Он закрывает ременную передачу на один ручей. Хотя, по желанию заказчика, такой электродвигатель может быть заменен на мотор-редуктор или частотный преобразователь. Кроме этого, посмотрим аналогичный шнек длиной 3 метра. Он состоит из секций в 1 и 2 метра. Оба конвейера относятся к серии «Стандарт», где толщина стенки трубы составляет 2,5 мм. Для этого конвейера используется электродвигатель на 1,1 кВт. А также посмотрим тестовый запуск шнекового погрузчика. Мы очень рады, что вы смотрели это видео, и приглашаем вас подписаться на канал. Еженедельно у нас выходит несколько новых роликов. Поддержите нас лайками. А если у вас есть вопросы, оставляйте их в комментариях. До новых встреч!